Все. А на какой постановке вы были? Сейчас женитьба. Да, женитьба. Какие впечатления остались после просмотра? Хорошие. Вам все понравилось? Ну, как сказать, все. Сначала в первом отделении как бы развиваются события. В принципе, все. Я всегда смотрю в целом, мне понравился спектакль. Я очень, как сказать, ну, бережно отношусь к работе актера, пытаюсь понять. Мне понравилось. Я вообще люблю этот театр и стараюсь смотреть. Я не на первый спектакль пришла, а не на второй. Мне нравится. А чем руководство выбирали эту постановку? Я просто хотела прийти в театр, посмотрела, какой сегодня репертуар, и, в принципе, я читаю сначала аннотацию спектакля, а потом думаю, я люблю классику. Да. А будете знакомы пойти на эту постановку? Знакомы или коллегу? Обязательно. Все, спасибо. И, может быть, приду сама второй раз. Ой, здорово, спасибо огромное.